Так, ну вот, поднимаемся. Я сейчас спрошу. Да, где? Вот актовый зал. Ну вот, это актовый зал. А сейчас мы спросим. Простите, Алексей Ильич Осипов, где читать? Ну, актовый зал там. Там тоже дверь. Закрыта? Ну, да. Тогда, значит, в малом очереди там есть вообще маленький. Я там спросил, закрыта дверь? Да, дерну. Вот тут, может, тут открыто. Нет, тоже видно. Значит, нет здесь. Тогда надо через так, как и пройти. А, то есть это не здесь? Нет. Так, хорошо. А теперь тогда так. То есть выходим назад? Ну вот. Ну вот. Так что. Ну вот смотрим. Ну, тернистые пути. Просто в субботу здесь было. Ага. Народу не так много, наверное. Так, ну давайте. Вот сейчас, может быть. Скажите, пожалуйста, а мало лекции или чай? Как вы? Ищем, не можем найти. Это... Там закрыто все. А, нет. Сказали, мало. А, ну, спасибо. Так. Вот сюда. Ну вот. Добрый день. Простите, пожалуйста, Алексей Ильич, здесь читаем? Будет, да. Садитесь, место займите. Съемка разрешена. Можно там и все снимать, то вы снимаете. Да, это... Только что спросил, сказали, можно. Может, вы лучше знаете, но я... Да. Еще раз спрошу обязательно. Ну вот видите, ну, по крайней мере, хотя бы тут на подходе. Посмотрим, это же... Прямо. О, как здесь. Как здесь. Простите, у вас тут не занято. Можно сесть? О, будем считать, что мне повезло.